Более 25 лет Яблоновский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования Майкопский государственный технологический университет выпускает специалистов по различным специальностям. Набор абитуриентов ведется на очную, очно-заочную и заочную форму обучения на бюджетной и коммерческой основе. Первая кафедра – это кафедра управления и таможенного дела, на которой идет подготовка специалистов по таможенному делу и бакалавров по государственному и муниципальному управлению. Вторая кафедра – нефтегазового дела и землеустройства. На этой кафедре идет подготовка бакалавров по двум направлениям подготовки – землеустройство и кадастры и нефтегазовое дело. На третьей кафедре – кафедра транспортных процессов и техносферной безопасности ведет подготовку специалистов по пожарной безопасности и бакалавров по направлению подготовки технология транспортных процессов. С 2013 года филиал осуществляет подготовку бакалавров по новым направлениям – землеустройство и кадастры, нефтегазовое дело и пожарная безопасность. На базе филиала Майкопского государственного университета действует политехнический колледж. В нем можно получить среднепрофессиональное образование по самым востребованным специальностям. У нас в СПО есть 8 специальностей, таких как программирование в компьютерных системах, право и организация социального обеспечения, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, банковское дело, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, страховое дело по отраслям, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, поварское и кондитерское дело. Набор абитуриентов ведется на бюджетной и коммерческой основе. Студенты бюджетной формы обучения получают все виды стипендий. Юношам предоставляется отсрочка от армии. В этом году в связи со сложившейся обстановкой в стране прием документов в учебное заведение осуществляется в дистанционной форме. Как это сделать, рассказала ответственный секретарь приемной комиссии филиала Майкопского государственного университета Зарема Гучетель. На нашем сайте Майкопского государственного технологического университета нужно будет зарегистрироваться как абитуриент и в своем личном кабинете привязать цифровые копии всех ваших документов. Это документы об образовании, аттестат или диплом, паспорт и фотографии. Также вам в личный кабинет будет отправляться вся необходимая информация по работе приемной кампании. Также в филиале Майкопского государственного технологического университета с 20 июня работает консультационный центр. Дополнительно по всем интересующим вопросам туда можно обращаться ежедневно с 9 до 17 часов, 6 дней недели, кроме воскресенья. Поступайте в это учебное заведение и получайте современную профессию.